В данном случае не так страшно, здесь что, если кто-то брится. Просто, ну, хорошее задание, почему? Раньше все макеты были вот такие. Отлично. Пока дивов не существовало. Да, было здорово. Поэтому очень долго те, кто достаточно старые закалки, не хотели переходить на дивы. А зачем? Оно и так работает. Ну, Google сказал, хватит, я пессимизирую все табличные сайты. Тогда все уже отказали. А до этого это был такой весьма дискуссия, очень нужно разделить каким-то образом на телевидение. Первая строчка у нас она, в принципе понятна, но самый простой принцип. Вы разделяете по минимальным, ну, все разделяете. То есть здесь проводим направляющие, здесь. То есть если у вас блок, состоящий из нескольких элементов, вы ему просто сдаете там row span, да, call span. Объединяем, да. Да, объединяем, как нам это нужно. И, собственно, вся задача в этом и состоит. А сложность в чем? Сохранить значение элемента, пропорции. То есть вот здесь, например, видите, вот здесь не обратил внимание автор вот этого задания, потому что этот квадратик, он на самом деле на картинке меньше, чем все остальные. Видите? Это очень важно, почему здесь получился шаблонный такой подход. Совсем верно, мы не достаточно должны видеть детали. Ну, как он будет реанимакро, потом он будет реанимакро, я выберу роботу. Ну, так нельзя сделать, да, что это? Смотрите, вы как... Ну, видите, вот здесь на 2, а здесь на 3. А, например, вот здесь вот они как бы похожи. И там здесь на самом деле, в принципе, это... Ну, у вас вопрос. Что? Это 3. Там проще открыть фотошопе и поставить направляющий, тогда будет все понятно. А то мы сейчас поменялись. Я направляющий не сделал, стало. Давайте, да, сейчас. Это стало намного легче, иначе это намного еще пару суток делать. Долго делал? Сколько делал? Да, я думаю, это не долго делал. Много. Пока не сделал направляющий, не выписал на бумажке, когда я собирал вместе. То, что объединяет, да? Полскейт, да, выписал все на бумажке, потом еще по ходу перечеркивал, тогда сделал. А если их заводу все делать, для пяти раз, на пятый раз уже из бумажки делал, сразу получилось. Ну сразу же получилось. А с головы тут бил, запутался. Да, это хорошее тот самое, потому что если вы то, что мы уже говорили, ну, когда мы первый раз бумагу взяли, это если такие сложные задачи, вот именно такие, то лучше его нарисовать. Потому что скорость вы поменять в бумажке это там несколько секунд, да. То, что нужно переделывать в этом самом, в изображении, это намного дольше. Ну, с бумажкой реально часа полтора. Два. И это не все так правильно. Ну, здесь, например, можно сделать. Ну, да. Да. При этом не только вам нужно сделать, если это делать, то лучше перерисовать сейчас эту схему, если так делать, и проставить вот эти размеры. Ну, если быть точным, то лучше даже сделать вот так. То есть, да, внутренний, вот так, да, как проставить и да, вот совсем все точно, как в аптеке. Но обычно при выделении так не делают. Это одно. Другой вопрос, что дальше это можно порезать в Photoshop. По сути. Ты что? По сути, да. Ну зачем? Проще считать, делать количество нужное. Просто объедините и просто удалите. Ну,
сейчас? Это вообще картинка? Сейчас? Да, это вообще не хорошо. Да, это Атропина сделана, когда зашел, по-моему, на стиль. Не, я имею в виду, Photoshop Атропина не заливает. Ничего, мы сможем. Мы талантливы. Это понятно? Ну, да. Такая возможность. Давайте сейчас по своим заданиям, чтобы почищать их хвостик. Ну, сейчас смысл, сейчас что-то вас двигать вперед. Давайте, чтобы мы закончили. Сейчас подтянули, чтобы. Ну, грубо говоря, идеально, давайте мы сейчас заканчиваем, всех домашка есть, и сделаем что-то. Нет, вообще. Если давайте расставим хвостик, я говорю. Не, вы сделали. Стоп. Нет. Давайте доделаем все хвостики сейчас. А мы можем пятое рассмотреть по ходу. По ходу? Сейчас по ходу. Давайте по ходу еще раз. Так, вопрос. У меня большая просьба. Тогда так, по пятому заданию. Кто начинал делать? Отлично. У меня сейчас большая просьба. Вот список вопросов сейчас напишите. А если у меня... Все вопросы сейчас напишите. Я вообще покажу, как это работает. Куда? В скайп? На листочек. На листочек или на... Давайте все вопросы напишите. Я набираю здесь. И вот здесь берешь и находишь этот треугольник. Вот так, чик-чик, копируешь и вставил его именно в что я имею. Да ну понятно, тут все, ну что, вопрос. Она сразу выбирает строу, если есть какой-то сайт, ну, я думаю, их не один сайт, там существует. Таблица символов мира. Ты то же самое, ищешь чего здесь, ищешь чего здесь, то есть что-то другое. Да, вообще там можно даже вот здесь скопировал команду, вставил его сюда, нажал Enter, и он тебе должен... Вот, если видишь, нет, видишь, что здесь. И вот он, и потом выбрал тебе символ. И эту херню вставишь вместо HTML, и все у тебя вообще сделано. Ну, так правильно. Это после... Это будем говорить, это правильно. Я с Бордера не возвращался. Какое-то услуга я сюда оставляю, да, в службе. После Кабила он там... Да.